Путешествие во времени. Крупнейшая мечта человечества стала реальностью, как и его худший кошмар. Те, кто путешествует в прошлое, чтобы красть реликвии, забрали также и частички нашей бесценной истории. Кто их остановит? Кто защитит нашу историю от исчезновения навеки? Конечно же, я! Самые невероятные приключения, самые опасные ловушки, самые сложные загадки, самые мистические тайны. У них нет ни единого шанса против хранителей реликвий. Давайте спасать историю вместе! Я не смог защитить Лин-Лин и реликвию. Тогда что это? Ты ведь сказал, что Индиана забрал реликвию. Это императорская печать Китая. Печать императора, созданная Цинь Шихуанди. Печать? Как печать может быть реликвией? Это необычная печать. У императорской печати есть власть. Любая бумага с ее отметкой становится указом императора. Индиана пришел не только за мечом Гоу Дзяня. Он нужен ему, чтобы добраться до печати. Мы должны ее спасти. А ты хотя бы представляешь, где можно ее найти? Готлиб! Эта реликвия осталась только в записях. До сих пор ее не нашли. Или вы хотите перевернуть в поисках весь Китай? Одну из самых больших стран мира. Я знаю. Но... Пожар? Что происходит? Готлиб! Проверь, на месте ли запас Т. Ладно, а вы идите узнайте, что за пожар. Хорошо. А что с запасом Т? У нас было проникновение. Кто-то хочет украсть нашу систему бесконечной энергии. Вода, скорее вылейте сюда воду. Хочешь, чтобы я отдал тебе воду, чтобы ты один спасся? Нет времени, скорее. Уходите отсюда! О, нет! Что ты делаешь? Ты что, не знаешь, что газета воспламеняется? Для поддержания огня нужны три вещи. Воспламеняющееся вещество вроде газеты, определенный градус нагрева и... Кислород! Огню нужен кислород, чтобы продолжать гореть. Без одного из трех элементов огонь исчезает. Но вы это и так знаете. Да-да, я поняла. Похоже, я была не права. Ты должна быть Люк. Приятно познакомиться. Я Алан. Добро пожаловать в отель Старс. Впервые встречаю гостя, который так же хорош в науке, как я. Наука просто прекрасна. Благодаря ей мы знаем, что газета может потушить пожар, если ее намочить. Прямо как в детективном романе. Ты ищешь рассеянные улики. И сопоставляешь их, открывая новую улику. И в этом прелесть науки. Стоп, рассеянные улики? О, похоже, запас-то на месте, Джина. О, отлично. Ха-ха! Спасибо, Алан. Готлиб, заряди для меня лифт, ладно? Что это с ним, Джина? Я тоже поеду. Люк, подожди! Не уверен, как это вышло, но я рад, что помог. Эти китайские иероглифы, они не просто так появлялись и исчезали. Бай белый. Мо нет никого. Вон король. И ту грязь. Игра Чай Цу. Ну, конечно. Чай Цу?
Что это? Игра, которая использует свойства китайских иероглифов зашифровывать разные слова. Иероглиф можно разбить на слова или соединить разные слова в иероглиф, чтобы создать тайное послание. Но ты это и так знаешь. А? Люк, я хотела извиниться. Вот оно, как я и думал. Белый и король можно совместить, и получится Хуан, император. А нет никого, и грязь вместе образуют Мю, могила. Хуан и Мю? Могила императора? 207 год до нашей эры. В то время только у одного императора была своя гробница. Только у одного? Да. Мавзолей Цинь Шихуанди. Так значит, это и есть мавзолей первого императора Цинь. Твои друзья, наверное, считают, что ты погибла, но ты знаешь, почему я позволил тебе выжить, правда? Мы из клана Хранителя Гробницы можем свободно входить в мавзолей, но никто еще не выходил оттуда живым. Будет лучше, если ты тоже сдашься и уйдешь. Открывай ворота. Что протекает здесь, забирает все жизни. Даже ты не выживешь. А? Достаточно. Ты мне больше не нужна. А! Нет, нет! Я никогда тебя не прощу, Индиана. Приветик, Индиана. Скрывайся сколько угодно, но от меня тебе не уйти. Попался! Нихао, Индиана! Ты, как всегда, опоздал, парень! О чем это ты? У нас полно времени! Джина, здесь опасно! Уходи! Тише! Разве ты бы меня бросил, если бы я попросила? Ну, конечно, я бы тоже тебя спас. Эй, подожди! Остановись, Индиана. Вот так врываться в чужую гробницу? Знаешь, это довольно невоспитанно. Индиана, ты не получишь императорскую печать Китая. Я не позволю. Высокомерен, как всегда. Кто, я? Или ты?
Ты ведь знаешь, что в этом месте полно ртути? Конечно, знаю. Это сделано, чтобы не дать чужакам проникнуть в гробницу. Молодец, выучил уроки. Тогда ты также знаешь, что газ от испаряющейся ртути смертелен, да? Люк, у меня голова закружилась. Джина! Нет! Это поможет. Держись, Джина. Используя этот уголь как фильтр, можно дышать чистым воздухом, даже несмотря на испарение. Люк! Ты в порядке? Я знала. Я правда... Люк! Нет! Гений! Люк! Ты должен очнуться, Люк! Я ведь еще не успела извиниться! Люк, вставай! Пожалуйста! Не отключайся, Люк! По моему сигналу сделай еще один выстрел! Ты понял, Люк? Давай! Очнись! Люк, давай же! Люк, вставай! Вставай! Вставай же! Ну, давай! Подъем! Не убивай меня! О, Люк! Как хорошо, ты в порядке! Джина, у меня еще голова идет кругом. Прости, я думала, что ты умираешь и запаниковала. С чего ты взяла, что я умираю? Ты ведь была рядом и спасла меня. Люк. Великолепно, точно как в легендах. Мавзолей Цинь Шихуанди наконец-то перед моими глазами. Вот и он. Император, который жив и после смерти. Его символ — императорская печать Китая. Вау! Индиана, стой! Люк! А? Джина! Люк! Сначала спаси императорскую печать! Поторопись! А? Джина, оставайся там, я скоро вернусь! Обязательно вернись! Мне надо кое-что тебе сказать! А? Ну, тогда я точно не задержусь! Индиана! Что это было? Эти воины! Они что, все проснутся? Кто они такие? Это терракотовая армия императора, созданная, чтобы охранять его мавзолей. Да, но в книгах не сказано, что они двигаются. Индиана! Куда это ты? Отлично. С рычагом третьего типа в воздух можно запустить что угодно. Сначала сделаем точку опоры, чтобы она была осью. Парень, хватит болтать, поторопись! Я не могу что-то делать, не объясняя, что я делаю. Просто слушай. Далее сила нагрузки. Я оттягиваю назад бамбук и создаю упругую энергию. Это у нас груз, где создается сопротивление. Чем дальше груз от опоры, тем быстрее он полетит. Так работает рычаг третьего типа.
Но ты это и так знаешь. Ладно, катапульта Люка, огонь! Еще раз. Поехали! Отличный выстрел. Как вам такое? Вот она, сила науки. Что? Молодец, расчистил мне путь от воинов. И это после того, как я тебя спас? Ах, ты предатель! Я не просил тебя о помощи, парень. Ребята, я тут вообще-то пытаюсь спасти императорскую печать Китая. Настоящий злодей вон там. Лин-Лин, ты в порядке? Люк, Индиана здесь? Да, на самом деле ему нужна императорская печать Китая, а не меч Гоу-Дзяня. Надо остановить. Лин-Лин, Лин-Лин, Лин-Лин. Джина, это ты? Эта леди ждала тебя целых 30 минут, Люк. Вот поэтому я и не могу ждать вечно. Спасибо, Джина. Прости. Наконец-то. Печать будет моей, и мои мечты сбудутся. Индиана! Ты забрал Мэй, и я тебе отомщу. Этот парень достаточно мне докучал, а теперь и ты пытаешься меня остановить. Может, возьмешь меч Гудзянь и уберешься отсюда, это ценная реликвия. Он для меня ничего не значит. Я хочу лишь отомстить за мою подругу Мэй. Глупая девчонка, пора научиться избавляться от друзей, когда они мешают, как и я сделал с Палом. У тебя ничего не выйдет. Тебе нет пощады. Императорская печать должна быть моей! Я не позволю тебе ее взять. Я должна отомстить за Мэй. Стой! Этот голос. Мэй, это ты, Мэй? Мэй, это правда ты? Ты в порядке? Все хорошо. Я ведь обещала, да? Что мы вместе пойдем смотреть на пионы. Джина, ты должна помешать ему взять императорскую печать. Наконец-то она моя. Императорская печать Китая. Расхитители моего царства, вам больше не увидеть дневного света. Император ожил? Но как? Он в ярости, что кто-то забрал императорскую печать Китая, символ его абсолютной власти. Вперед, мои воины, избавьтесь от похитителей. Ну почему все вечно так кончается? Глупый мальчишка, ничего из этого не случилось бы, если б не ты. Да кто бы говорил, это ты пришел сюда, чтобы украсть печать. Берегись! Да неважно, если мы с ними не справимся, мы тоже будем здесь захоронены. Ну что, глиняные горшки, сейчас вас поджарят. Получайте! Благодаря центробежной и центростремительной силам я могу крутить его быстро, не применяя много силы. Это здорово, но я не думаю, что им нравятся твои игры с огнем. Совсем! Как я и думал, воины сделаны из глины, так что если их высушить, они не смогут двигаться. Как ты и думал, да? Неважно, тогда давай высушим их. Их всех? Их слишком много. Лин-Лин, нужно их спасти. Идем. Но Мэй. А? А?
Я не смогу долго использовать ее, у него кончается заряд. Я думала, мы обезвредили большинство. Почему их до сих пор так много? Я не позволю всему так закончиться. Я еще даже не нашел дедушку. Мне кажется, или здесь становится жарко? О, смотри, это Мэй и Лин-Лин. Привет! Воины замедляются. Теперь все проще простого. Бежим к выходу. А? Нет, я чувствую, как сотрясается земля. Что Смой это? Смой их! Река смерти! Снеси всех, кто посмел вторгнуться в царство императора! Осторожно! Это река из ртути! Люк, надо вскарабкаться на воинов! Нужно убираться отсюда. Мэй, эта веревка тянется до самого выхода? На пути кое-что есть, ну да. Предупредишь меня, держись крепче. Следуй за мной! Хорошо, остались только мы, Люк. Люк? Ладно, помогу тебе в последний раз. Давай, Индиана, нельзя терять время. Скорее! Еще чуть-чуть! Опускайся уже! Почему эта штука такая медленная? Люк, отойди! Еще бы чуть-чуть. Ты в порядке, Люк? Конечно, да. Стой, а где Индиана? Я ведь вынес его, да? Императорская печать, когда ты ее забрал? Нет, нет! Я возьму императорскую печать Китая. Спасибо за все, парень. Индиана! Все хорошо, Люк. Нет, не хорошо. У нас украли реликвию прямо из-под носа. Это была императорская печать Китая, реликвия, которую до сих пор не нашли. Да, но зато мы нашли кое-что другое. Прости, Лин-Лин, я скрыла от тебя правду и заставила волноваться. Ты скрыла, что строишь мавзолей, чтобы не подвергать меня опасности, да? Я боялась, что ты пострадаешь. Только станет отступать снег и холод зимы, я вернусь, как весной оживают цветы. И с тобою мы вместе по саду пройдем, глядя, как там пионы цветут, ты и я вдвоем. Проклятый Индиана! А я столько раз спасал ему жизнь! В следующий раз такого не будет! Вот увидишь! Люк, помнишь, я говорила, что мне надо тебе кое-что сказать? И что же? Нет, она что? Погоди, мне сложно подобрать слова. Я знаю, что уже поздно это говорить, но я давно хотела тебе сказать... Позвать меня на свидание? Ну, так что же? Вот. Что? Что это? Прости, что потеряла ее. Я была так занята этим праздником в честь годовщины. Зачем ты ее взяла? Раз уж нашла, надо было оставить ее в библиотеке. А что, если бы опять потеряла? Что? Я принесла ее, чтобы извиниться. Забудь, пора возвращаться в отель. Люк! Ах ты! А ну стой! Я оторву тебе голову и сделаю из нее жаркое! Прости, а ну иди сюда! Меня!